Сразу в нескольких городах Польши прошли митинги в защиту свободы слова. Только в Варшаве не собрали более 20 тысяч человек. Повод поправки к закону о средствах массовой информации, принятые властями. Они значительно усиливают контроль со стороны государства. Ключевыми назначениями теперь будут заниматься не общественные советы, а правительство. В знак протеста уже уволились руководители ряда телеканалов и радиостанций. Против выступил и Европейский Союз. Еврокомиссия созывает слушание о положении прессы в Польше и соблюдении там принципов ЕС. Германия говорит о возможных санкциях в случае нарушения этих норм. В свою очередь, официальные лица в Варшаве возмущены тем, что они считают вмешательством в свои дела. Министр юстиции направил жесткий ответ. Вы раскритиковали действия польского парламента и правительства, которые были избраны демократическим путем. Но эти действия должны вернуть польским СМИ объективность и независимость. Вы хотите поставить Польшу под наблюдение, под надзор. Такие слова, сказанные немецким политикам, вызывают у поляков самые худшие ассоциации. В том числе и у меня. Я внук польского офицера, который во время Второй мировой войны боролся с немецким надзором. И в довершение всего, польский МИД вызывает на ковер немецкого посла. Неприятный разговор дипломату предстоит в понедельник утром.